Заседание под руководством главы региона Сергея Носова с представителями ведомственных учреждений провели в правительстве Магаданской области. 2021 начался с планов. В прошлом году Колыма показала отличные результаты по добыче золота. Несмотря на трудности с пандемией, под конец 2020-го желтого металла 105 горно-обогатительных предприятий выработали 55 тонн при ожидаемых 48. Рост налоговых доходов региона составил 27%. Такие показатели, по словам специалистов, были лишь в период Советского Союза. Первый рекорд зафиксирован на уровне 49 тонн. 55 тонн – это новый рекорд с разницей плюс 6 тонн. 55 тонн – это официальная цифра, которая идет в учет. Более того, значит, это также влияет или определяет, что такое 6 тонн. 6 тонн золота, значит, так и пересчете золота, это все наши налоговые поступления, начиная от НДПИ и заканчивая налогом на прибыль. Да. Также подняли тему мусорных площадок в Магадане. На прошлом заседании глава региона Сергей Носов поручил найти пути решения устранения мусора вокруг баков. Новые контейнеры в город поступили, но за месяц заменили только 25% устаревших контейнерных баков. Проконтролировать ход работ муниципальных организаций и регионального оператора Сергей Носов поручил прокуратуре Магаданской области. Председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов встретился с представителями региона, победившими в престижных для системы образования конкурсах профессионального мастерства. Учитель истории и обществознания Магаданской гимназии номер 13 Константин Зеленский 25 января представит регион на всероссийском конкурсе «Учитель года России». В декабре 2020-го Константин прошел первый этап и стал победителем конкурса в рамках Магаданской области. С 25 января по 2 февраля преподаватель будет отстаивать право звания лучшего учителя среди 85 конкурсантов в Волгограде. Финальный этап федерального конкурса входит открытый урок, на котором Константин Зеленский покажет, как важно и возможно учить детей принимать самостоятельные решения. Мы покажем, как работает идея критического мышления и при использовании алгоритма принятия решений. Потому что вот сегодня уже говорится о том, что мы должны учить детей принимать решения. Многие предлагают это делать как отдельным предметом, но я считаю, что мы можем этот алгоритм включать в различные предметы, в том числе и в урок истории. Также на конкурс «Учитель года России» выдвинули проректора из Магадана в качестве жюри. Ей стала Виктория Каранова. Я надеюсь, что это участие вот с другой стороны, скажем, непривычное для меня в роли сопровождающего, а теперь в роли жюри, поможет потом этот опыт использовать в подготовке наших конкурсантов. Посмотреть находки других педагогов, из других наших районов, округов и так далее, увидеть, что сегодня важно для системы образования. Итоговый этап конкурса «Учитель года России» состоится 2 февраля в Волгограде. В режиме пресс-конференции финалисты ответят на вопросы представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. Также для участников состязаний подготовили культурную программу – экскурсии по памятным местам Великой Отечественной войны. Всероссийскую акцию «Темная улица» провели волонтеры молодежки Общероссийского народного фронта Магадана, Общественная палата города Магадана и студенты профессионального училища номер 7 областного центра. В мероприятии приняли участие около 20 добровольцев. Акция проводится с 11 января. Основная ее цель – проверка освещенности улиц регионального центра Колымы и населенных пунктов области. Участники проекта «Темная улица» вышли на освещенные и неосвещенные участки Магадана с фонарями. Таким образом, волонтеры показали опасные участки колымских улиц, в которых необходимо улучшить освещение для безопасности жителей. Выявили неосвещенные улицы, которые небезопасны как для детей, так и для взрослых. Первая улица была по улице Колымской. Почему мы выбрали ее из первых для проведения акции «Безопасность детства»? Так как в нее, по этой улице, идут дети в школу. Мы мониторили с утра, это 9 утра, 9.30 утра заканчивали, для того, чтобы определить, все-таки темно ли идти детям, и это темно.
Волонтеры отметили, что по улице Колымской, где передвигаются школьники, идет поток машин, нет тротуаров и освещения. Поэтому такой участок требует особого внимания. Участники акции «Темная улица» планируют обратиться в правительство Магаданской области для улучшения условий жизни колымчан. 256 строений вывезено и снесено в Магадане за 2020 год. Среди них незаконно установленные гаражи, сараи, разного рода ограждения. 33 брошенных разукомплектованных автомобиля эвакуировали без регистрационных знаков. Такая работа ведется с целью очистки дворовых территорий Магадана для последующего их благоустройства. В этом году снесли бесхозные строения на улицах Ямской, Октябрьской, Наровчатова и Приморской. Эту местность готовят к формированию городской набережной. Как неоднократно отмечал мэр Магадана Юрий Гришан, в планах руководства города создание вблизи парка «Маяк» пешеходной зоны, дальнейшее обустройство сквера «Морской», объединение прибрежных территорий в единый комплекс. Попутно специалисты формируют план работы на 2021 год. В него войдет не менее 200 объектов. Постройки, подлежащие сносу, выявляют инспекторы. Они же следят за соблюдением законодательства о благоустройстве городских территорий. Кроме того, сигналы о проблемных участках поступают от населения через муниципальный ресурс «Народный контроль». Стоит ли отдавать ребенка в спортивную школу? Сергей Ведь занимается в спортивной школе номер 3 классической борьбой 8-й год. Ему 15 лет. Юноша рассказывает, что решил попробовать себя в этом виде спорта после просмотра видео соревнований в соцсетях. По словам Сергея, борьба развивает не только физические данные, но и закаляет силу духа. Однако сложности возникают. Бывают, устают мышцы. Да и морально не всегда просто. Тем не менее, юноше заниматься нравится. Ну, конечно, мне нравится этот вид спорта. То есть, я стараюсь, хочу добиться побед. Планируешь что-то связать дальше свою жизнь со спортом? Я думаю, да. Буду идти до конца. Секции по борьбе занимаются около 50 человек с 8 до 18 лет. Это не только юноши, но и девушка. Молодая спортсменка тренируется по вольному стилю. Молодые люди – по греко-римскому. Юношам нельзя делать подножки и зацепы, в отличие от стиля девушки. Ученики школы часто ездят на соревнования, однако сейчас коронавирус внес свои коррективы. За коронавируса у нас были последние, мы ездили в Читу на ДФО, ну, первенство ДФО до 16 лет. Вот у нас мальчик один первое место занял там. Попал на Россию, но Россию отменили из-за вот этого всего. Вот сейчас у нас намечается 29 января еще одно первенство ДФО уже до 18 лет. И у нас также вот поедут 4 человека. Посмотрим, как. По словам сотрудников школы, эта организация – одна из ведущих в Магадане. В ней сложились свои традиции, достижения и профессиональный тренерский коллектив. История учреждения берет свое начало в конце 60-х годов прошлого века. В школе были представлены более 6 видов спорта, обучались около 1000 детей. Сегодня в организации работает 23 тренера, 5 из которых имеют звание «почетный работник физической культуры». Корреспондент «Вечернего Магадана» Анна Гузаре узнала о школе подробнее. В спортивной школе культивируются такие виды спорта. Базовый – это плавание, дзюдо, самбо, тяжелая атлетика. В планах на будущее в этом году спортивная школа хочет присоединить себе отделение киокушинкай карате. И, кстати, эта школа номер 3 является единственной в нашем городе, где существует отделение адаптивного плавания. Это отделение для детей с ограниченными возможностями. После окончания школы номер 3 многие ученики связывают свою жизнь со спортом, рассказывают работники организации. В наступившем году специалисты планируют расширить штат тренеров, а также популяризировать спорт.